В Дании все большей популярностью пользуется недавно открывшийся супермаркет. Продуктов не первой свежести. На полках товары либо просроченные, либо с поврежденной упаковкой. Покупателей предостаточно, хотя скидка на некоторые продукты не превышает 30%. На открытии побывала даже принцесса датская Мария. Магазин рассчитан на тех, кто привык экономить, но вместе с тем проект заявлен как экологический. Ежегодно датские супермаркеты выбрасывают почти 200 000 тонн продуктов и огромные средства тратятся на утилизацию.